Серьезное ЧП произошло в эти выходные в селе Антипинка Порецкого района. Там дотла сгорел жилой дом. Последствия пожара оказались серьезными. Хозяева не успели выбраться из дома. Их тела обнаружили на пепелище. Инспекторы выяснили, что за супругами уже давно закрепилась дурная слава. Они часто выпивали, причем сотрудники МЧС неоднократно приходили к ним и предупреждали о возможных последствиях. Основной причиной пожара сейчас называют неосторожность при курении. Мы рассматривали все возможные версии. Методом исключения исключалась одна за другой, в том числе, значит, при осмотре места пожара каких-либо следов аварийного режима работы электрооборудования обнаружено не было. Данный дом посещался неоднократно сотрудниками МЧС. По материалам их посещения, значит, каких-либо нареканий в сторону отопительной печи также не было выявлено. Поэтому тут основная версия рассматривается неосторожность при курении. Неосторожность при курении стала причиной еще одного пожара. В воскресенье в одном из коллективных садов Чебоксар сгорел дачный домик. Никто не погиб, но огонь уничтожил строение полностью. Здания, которые находились по соседству, благодаря оперативности брандмейстеров, не пострадали. Всего же с начала года в республике произошло 68 пожаров. В огне погибли 11 человек. По-прежнему отмечают в МЧС, в Чувашии часто горят бани. Ведомстве просят соблюдать правила пожарной безопасности. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.